Привет, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта и на канал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Я знаю, что я очень устал. Я несколько недель работаю без выходных. Я провожу э, онлайн проекты и у меня очное консультирование. Но если я сейчас не запишу это видео, то я не найду время и состояние, чтобы поделиться с тобой очень важным то, что происходит у меня внутри, и то, что очень хочется сказать своим зрителям и тебе лично. Я не знаю, сколько ты подписан или подписан на мой канал в YouTube. Может быть, это не так давно. Может быть, ты тот человек, который смотрит э, давно канал. Может быть, ты тот человек, который благодарен, что справился с паниками и с непонятным состоянием только благодаря каналу. Может быть, ты только пришел. Не знаю. В любом случае, я хочу... С тобой, уже по такой заведенной традиции, да, что ли, поговорить очень откровенно и очень честно о невротических расстройствах. Сейчас опять же глубокая ночь, и я очень тонко чувствую состояние Я и состояние Е свое, поэтому я понимаю, что Сейчас, наверное, то самое вот состояние, когда очень важно сказать тебе эти слова. Я хочу тебе рассказать о неврозах, о том, что это, почему это и что надо делать. Мне не важно, пойдешь ты ко мне на занятие, не пойдешь ты ко мне на занятие. Это, по большому счету, ну, не главное. А, потому что если ты почувствуешь, что тебе нужно, там, там, когда тебе нужно, ты придешь. Это, это не главное вся история с 2011 года на YouTube, она очень искренняя. Если ты посмотришь каждое видео, даже с 2011 года найдешь, ты увидишь, что сидя дома в подмосковном городе, э, с розовыми шторами. Это все были очень искренние видео, и они искренние до сих пор. Каждый кейс, каждое видео – это всегда э, искренняя отдача э, процессу. А то, что это потом выросло в какую-то монетизацию, то, что это потом выросло в некоторую популярность, это скорее побочный эффект, нежели какая-то специально задуманная история. А, спасибо большое за связь обратную с роликом, где на заднем фоне играл Рамштайн. Сегодня Рамштайна не будет, но тема будет та же самая. Устраивайся поудобней, и я хочу, чтобы ты очень внимательно меня сейчас послушал. Во-первых, я сегодня не буду говорить про внутренние конфликты, а хоть там есть и путаница некоторая, я чуть попозже сниму отдельное видео про внутренние конфликты, потому что чувствую личную ответственность перед этим термином, потому что именно я на YouTube начал вводить его, скажем так, когда начал говорить о неврозах. И есть большое непонимание этого вопроса, и я его проясню чуть позже со стороны клиентов прежде всего. Но сегодня давай с тобой поговорим о том, что такое невроз и что надо сделать, чтобы вылечиться от невротического расстройства. Итак, во-первых, невротика или невротическое расстройство не надо лечить. Вот это первое, что тебе нужно понять. Это не нужно лечить. Запомни одну фразу. Нужно не лечить, нужно адаптировать человека. И вот об этом я хочу с тобой сегодня поговорить. Вот новая программа, которую я с 15 сезона начинаю, она же будет в Петербурге представлена в августе на живом семинаре. Это как раз-таки большая концентрация именно на технику адаптации. Я объясню, что такое адаптация и Вообще чем твой покорная слуга уже занимается много-много лет. А именно в этом может быть и есть определенный, ну не то чтобы феномен, но не то чтобы даже секрет, но фишка что ли, да? Смотри, что такое невротическое расстройство. У каждого из нас есть собственное детство. Мама, папа или их отсутствие и они могут быть такие, сякие, там пятые, десятые, э, там, нежные, не нежные, неважно и какая-то среда. Вот эта среда и эти отношения создают в каждом из вас, в тебе, какую-то систему отношений, систему ценностей, не только убеждения. Убеждения – это одна из составляющих системы отношений. Создают определенную систему ценностей, систему взглядов, систему тактик и стратегий. Ну, например, у тебя или у кого-то есть сверхценные потребности в чем-либо. Например, в признании, в любви, в семье, в реализации, в достижении. Неважно, сейчас мы не будем детализировать. У каждого из нас есть такие психологические сверхценные э, потребности. Не пирамида масла про потребности, а другие потребности, гораздо более глубокие, тонкие и важные. Затем мы создаем определенную тактику и стратегию поведения еще в детстве, как мы будем эти потребности получать или как мы их будем закрывать. Таким образом создается фундамент невротического состояния. Не, это еще не расстройство, это просто невротическая личность. Есть потребности определенные у этого человека, есть определенные тактики и стратегии его получения. Все. Вот эта связка – это и есть по большому счету, личность, если так можно назвать, это невротическая личность. А вот дальше возникает самое интересное: вовсе не убеждение, должествование, оценочные суждения создают невротические расстройства, потому что они есть у каждого из нас. Вы можете выйти на любой город на любую улицу вашего города, подойти к любому человеку или к тысячам человек, и вы увидите у каждого должествование, оценочное суждение, катастрофизацию, перфекционизм, чтение мыслей, невыносимый дискомфорт, обобщение и так далее. Причем вы увидите очень жесткие убеждения, вы увидите очень жесткое мировоззрение порой, очень странное. Но эти люди не болеют невротическими расстройствами с точки зрения симптоматики, клиники и жалоб. Почему? Потому что сами по себе убеждения, даже иррациональные, даже очень жесткие, не создают неврозу. У меня в 23 года были, как вы знаете, панические атаки, сегодня мне 35. Да, и панические атаки, и ипохондрия, и вегетососудистые проявления, и фобические, и кардиофобические синдроматики. Все как обычно. Это что значит, что у меня в 20, 21, 22 не было, что ли, каких-то убеждений? Да были, конечно. Более того у меня, у моих коллег, у моих коллег-психологов, когнитивных терапевтов есть куча убеждений и должествований, и оценочных суждений, и катастрофизации, и обобщений. Их всегда много. Это нормально. В этом нет проблемы. Поэтому говорить о том, что проблема невроза создает только какое-то там мышление, мировоззрение и только какие-то убеждения, не совсем правильно. Вот смотрите, как более полно и говорить о том, что такое невроз. Так вот, у нас есть детство, у нас есть тактики, стратегии. Вот эта соединительная штучка уже у нас работает. Да? И дальше возникает ситуации или жизнь человека. Есть два момента. Что такое адаптация? Проще говоря, невроз – это состояние человека или невротическое расстройство, который начинает пребывать в дезадаптивном состоянии где его тактики и стратегии получения сверхзначимых для себя потребностей, взятые из детства, перестают работать либо по какому-то поводу, либо они в целом перестают быть а, адаптивны и эффективны. Что-то поменялось, кто-то ушел, кто-то умер, кого-то уволили, а, поменялось что-то в жизни, а, предстоит что-то поменять или решение принять, или что-то случится, или может случиться. В общем, у человека могут произойти обстоятельства, которые начинают э, состоя... приводят человека к состоянию, где его тактики и стратегии получения любви, внимания, заботы, защиты, там, сверхценных потребностей перестают быть эффективными. И коррекция невротических расстройств заключается вовсе не только в работе с убеждениями, она заключается в адаптации человеческой психики к новым реалиям. Потому что мы не можем всех вылечить одной методикой, потому что у каждого своя деревня, свой колхоз, свой город, своя семья, своя религия, свой регион, свои какие-то финансовые, бытовые, экономические обстоятельства. У каждого из вас разные неврозы. Максимум, что мы можем сделать, это попытаться найти такие тактики и такие стратегии, чтобы они закрывали. Важные элементы вашей психики и были адаптивны под ваши реалии. Вот если вы видите мой логотип школы, на одной части нарисована шахматная фигура, ферзь, на другой Будда. О чем это говорит? Слушайте сейчас очень внимательно. Человек не может отказаться от своих сверхценных потребностей, взятых из детства. Мы не можем стереть это детство. Я не могу своим клиентам дать новую маму, новую, новую папу. Да, новые какие-то цены, но ту семью, которой его не было. Я не могу поменять его с точки зрения сверхценных потребностей, но я могу помочь ему достигать эти потребности гораздо более адаптивно с точки зрения тактик и стратегий. Именно это и приводит людей к избавлению от невротических расстройств когда они начинают функционировать эффективно, не только в, кали... в эффективном смысле там, в финансах, в целом их эмоциональная реакция, в целом их поведение, в целом их интерпретация, в целом их значимость становится гораздо более амортизационной, гораздо более гибкой. Человек начинает принимать решения. Шагать в неопределенность, выносить мнение окружающих, выносить а, чью-то обиду, отстаивать собственные границы, говорить «нет», принимать мнение людей, принимать человеческие выборы и свободы, не ожидать, а желать, не расстраивать себя, не депрессировать себя, он становится гораздо более адаптивный к тем реалиям который у него происходит, какие-то реалии он начинает руками и ногами дорабатывать, чтобы все-таки получить то, что ему нужно, а к чему-то он становится более адаптивным. Поэтому психотерапия неврозов, она исключительно связана с технологией адаптации человека, а не как его лечение, не как изменение его мировоззрения. Мировоззрение – это очень общий термин. Убеждения являются лишь частью системы отношений. Частью, важной частью, но частью. Это, следую, это первое. Следующее. Неврозы условно можно разделить на две большие категории, если хотите. Есть первая категория клиентов, у которых с детства, где-то уже с 12-15 лет, Сами по себе стратегии и тактики, они в принципе дезадаптивны и не способны и невозможны к реализации. Но, например, у девочки есть тактика, есть тактика всем нравится, чтобы получить внимание, чтобы получить похвалу. Скажите, пожалуйста, тактика всем нравится, она вообще в принципе реализуема? Она-то думает, что надо просто постараться, но на, фа, на самом деле эта тактика в принципе нереализуема. И она обречена на постоянную попытку ее реализовать. Таким образом, мы увидим сразу дезадаптативное невротическое состояние, где человек пытается реализовать изначально нереализуемое. И такие люди, таких, таких людей очень много. Их тактики с детства нереализуемы. Их тревоги, их страхи связаны с тем, что они изначально пользуются дезадаптивными механизмами. Или, например, мальчик, который без одобрения мамы или без мнения мамы не может что-то делать. И у него тактика все время сверяться с мамой. По сути своей эта тактика дезадаптивна, потому что мама всегда будет под недовольна чем-то, будет все, человек будет чувствовать все время свою уязвимость, неполноценность, тревогу при отсутствии мамы. То есть, в принципе, такая тактика базово дезадаптивна. И опять мы имеем хронического тревожного мальчика, как правило, с ОКР. Соответственно, первая категория клиентов – это которых, у которых базово дезадаптивные стратегии и тактики. И это, как правило, генерализованная тревожное, это, как правило, ОКР, это, как правило, тяжелые социофобии, дереализация, деперсонализация и так далее. И есть вторая категория клиентов. Это ребята, которые, в принципе, достаточно адаптивны были в какой-то момент, потому что их тактики и стратегии реализовывали. Например, девушка вышла замуж очень быстро, перепрыгнув из родительской семьи замуж. И все было хорошо. Или парень, например, зарабатывал хорошие деньги на работе. Все было хорошо. Или у женщины была семья. Все было хорошо до тех пор, пока эти задачи решались. Но как только с мужем что-то случилось, стали подозрения на ревность, или кто-то просто сказал, что я тебя больше не люблю, как только э, с работы начали увольнять или грозятся уволить, завелся какой-то сильный конкурент на работе. Неважно, как только начинается либо угроза адаптя, адаптации, либо полностью реактивной дезадаптации из веди, ввиду изменения конъюнктуры, все вот тут начинается реактивный подъем тревоги, а за реактивным подъемом тревоги следует ре реактивная вегетатика, испуг. Паника, и таким образом мы видим тревожно-фобических пани панических невротические расстройства. Поэтому второй вариант неврозов – это когда у человека в принципе что-то получалось в жизни, его тактики и стратегии были адаптивны, что-то поменялось в жизни, его тактики и стратегии стали дезадаптивны к современным, к современным реалиям. Моя задача, что в первом, что во втором случае, разобра... разобрать десадаптивные тактики, разобрать объективную конъюнктуру ситуации с этим человеком и помочь ему реконструировать систему отношений, либо, внимание, вернуть ему, вернув ему адаптивные механизмы под изменившиеся обстоятельства, либо где-то поменять свои реакции на обстоятельства и подкрутить новые адаптивные механизмы. То есть что-то в середине. Помните «12 шагов Луизы Хей, что где-то нужно понять, что мы не можем на что-то влиять, а где-то нужно понять, что мы влиять можем и влиять надо. По большому счету этот логотип повторяет этот шаг Луизы Хей. Где-то мы должны понять, на что мы влиять можем, и мы должны действовать, а где-то мы должны понять, что мы влиять не можем, и нам нужно учиться к этому э это принимать. Это и есть эмоциональный интеллект. Эту технику и эту программу я назвал «Адаптация». Вторая программа из новой программы, которую я представлю на 15 сезоне, она называется <кол manufacture> «Молитва к тревоге». Об этом я пока говорить не буду. Эту молитву я представлю на сезоне. Это такая фишка ноу-хау и в Питере на живом семинаре. И третье, что очень важно сейчас вам сказать, это что такое равновесие. Послушайте меня сейчас все очень внимательно. Про молитву я не буду говорить, иначе это будет сейчас на до утра. Блять. Что такое равновесие? Многие из вас читали книги, проходили тренинги о балансе. Помните вот это вот колесо, баланс, семья, там, деньги, там, финансы, здоровье, хобби, вот эта вся история. Так вот фишка заключается в том, что в природе на планете, на которой вы находитесь, баланс баланс отсутствует по определению. Природа стремится к равновесию, а не к балансу. Сейчас я объясню, в чем разница. Когда вы находитесь, например, когда вы идете по канату, вот у меня тут можно, да, вот попробовать. Вот когда вы идете по канату, то равновесие определяется в точке, в какой центр тяжести постоянно лавируется либо налево, либо направо. И маленькими шажочками, маленькими движениями корпуса канатоходец уравновешивает центр тяжести. Но в какой-то единичный момент он все время находится в дисбалансе. То налево, то направо. Понимаете, о чем я? То есть истинного баланса в природе не существует. Это всегда момент уравновешивания. Центральный комп... процессор компьютера работает постоянно в переключении, э, э, переключении, скажем так, концентрации то на один процесс, то на другой процесс. Просто это происходит так быстро, что в целом создается ощущение равновесия, когда компьютер может обрабатывать за единицу времени большое количество информации. Но на самом деле процессор постоянно переключается с одного на другого. И в какой-то локальной точке вся энергия, весь процесс направлен только на одно. Но это происходит очень быстро. Так работает процессор компьютера. А человеческий мозг работает точно так же. Нету какого-то распределения, баланса. Мы всегда отдаем чему-то значимое предпочтение. Так вот, к чему я? Что такое уравновешивание? Уравновешивание, вот возьмем два ведра. Личное и профессиональное. Если вы хотите добиваться выдающихся результатов в профессиональной сфере, вам надо сконцентрироваться на профессиональной сфере. Вам надо сконцентрироваться на том, на чем вы делаете. В этот момент будет 100% дисбаланс, потому что вы не можете, сконцентрировавшись на одном, уделять равное количество времени другому. И вот этот момент, где вы концентрируетесь сначала на этом – а потом вы концентрируетесь на другом, на личном, и называется уравновешивание. В течение недели, в течение дня невозможно уравновесить так, чтобы быть эффективным во всем. Вот как грамотно уравновешивать личное и профессиональное, мы все страдаем таким, знаете, синдромом. Вот как, глав... как это сделать, я расскажу на 15 сезоне и в Питере. Но вот мы видим все синдром Инстаграма. Вы видите все фотографии в Инстаграме, где есть или в социальных сетях, где есть мужчина, жена, дети, лабрадор, рыбки, значит, бизнес-джеты, бизнес-класс, машины, рестораны. И у нас создается такая ложная иллюзия баланса. На самом деле баланс – это, как вам сказать, это больше такое психологическое идеализированное пожелание о некой гармонии такой. Но в жизни, в реальной, такого баланса не существует. Вот я знаю много людей, у которых Инстаграм, он такой, вы знаете, вот такой вот очень сбалансированный. И мы смотрим, говорим, блядь, вот какая сбалансированная жизнь. Но мало кто знает, что на самом деле происходит в этих семьях. Мало кто знает, что на самом деле происходит в этих финансах. Мало кто знает, как на самом деле выглядит жуткий дисбаланс. Это надо понимать. Поэтому стремиться изначально к балансу нельзя. Надо стремиться к уравновешиванию. Понимаете разницу? Поэтому и про адаптирование, и про уравновешивание, и про медитацию к тревоге. Вот эти три новые программы войдут в 15 сезон и в Питер. И, конечно же, в 15 сезон войдет ССП. ССП это психологическая такая древняя история, которая занимается а, развитием навыка а, состояния проактивного наблюдения в момент активирующего стимула. Поясню по-русски. Вот есть ситуация или активирующий стимул. Там, на вас кричат, задают острый вопрос – начальник или что-то происходит, и есть ваша автоматическая реакция. Эта автоматическая реакция продиктована инстинктами, продиктована привычками, продиктована какими-то клише, скажем так. Вот ССП ⁇ это техника, которая обучает человека делать паузу между стимулом и реакцией. Эту технику на самом деле открыл, естественно, не я, потому что все, что происходит в современной психологии, если вам кто-то скажет, что он там что-то открыл, он, конечно, вас обманывает. А, ну, из-за какой-то собственной гордости, что ли, или значимости. Это придумал Виктор Франкл. Виктор Франкл, когда был в концлагере, и он сидел а, в одиночке а, голый, замерзающий. Он тогда открыл первое состояние ССП, которое потом описал в своей работе, и она стала основой этой глубокой, очень глубокой методики и технологии. Смысл ССП, если коротко, заключается в том, что ты вправе выбирать, как сейчас отнестись к этому стимулу. При этом ты можешь быть очень проактивным, ты можешь отвечать на вопрос, ты можешь разговаривать, ты можешь принимать решения. То есть ты проактивный, но при этом ты не ведешься на автоматические реакции или инстинктивные реакции, если мы говорим про небезусловные рефлексы, связанные с раздражителями рефлексорными. Ну, например, горячая сковородка. Да? Поэтому состояние спокойного, проактивного присутствия в момент активирующего стимула ⁇ это очень важный навык, но он уже важен в глубокой технике эмоционального интеллекта для людей, которые не страдают неврозами, а которые хотят просто уже двигаться дальше с точки зрения стрессоустойчивости и управления собой. Поэтому 15 сезон, он будет очень полезный как для людей, которые страдают невротическими расстройствами, раз, и для тех, кто хочет научиться принимать решения в состоянии проактивности, не истощаться, не вестись на автоматические эмоции, автоматические реакции, понимать лучше других людей, изучить их слабые места, помочь им эти слабые места закрыть, либо эти слабые места использовать в своих целях, но надеюсь, во благо. Поэтому жду вас и на 15 сезоне, и жду вас в Санкт-Петербурге. Я бы хотел, чтобы вы поняли, неврозы не надо лечить, их надо адаптировать, не нужно переживать, что у вас что-то сломалось. Запомните одно просто ваши привычные механизмы получения чего-то значимого зашатались, они перестали быть эффективными. Нам всего лишь навсего нужно их подкрутить, чтобы вы либо получили желаемое, а лучше и получили желаемое, но более гибким, более, а, более щадящим, более современным, а, более вам подходящим, способом что ли и повнимательнее с инстаграмом потому что вот этот синдром гармоничной сбалансированной жизни это иллюзия это не более чем идея это не более чем иллюзия очень хорошо понимаете сидеть где-нибудь в теплых странах рассказывать всем про медитацию про отказ от от, от мяса про, значит, там какую-то хорошую жизнь, но надо понимать, что есть люди, понимаете, в, в, там, в Ростове, в Самаре, в других регионах России, у которых совершенно другие прикладные проблемы. Им, понимаете, до ваших островов Бали, Индонезии, Таиланда, там, я не знаю, там, э, Гватемалы и ваши медитации с вашими фруктами и загорелыми купальниками и путешествия, им до фини бати. Они на вас смотрят, и им только хуже становится. Потому что на самом деле у этих людей прикладные проблемы в ее городе. У нее там, эти 5 тысяч рублей до зарплаты не хватает, муж бухает, дети, не дети, город, не город, регион. Нужно адаптировать людей под их конкретные проблемы, а не тянуть их в какую-то собственную философию. Это сейчас блогерам говорю. А вам надо быть повнимательней, потому что вот эта вот красивая инстаграм-картинка, она вас как бы немножечко уводит от решения ваших проблем, от решения вашей конкретной жизни, от решения вашей адаптивности в ваших условиях. И вы все время только умножите вашу тревогу, потому что считаете, что у вас какая-то неправильная жизнь. Вот там вот в Инстаграме показывают типа гармоничную правильную жизнь, а у вас она какая-то негармоничная неправильная. Это не так. Надо всего лишь навсего взять реальную вашу жизнь, реальную вашу конъюнктуру ситуации, реальные ваши обстоятельства и посмотреть, что в этом можно адаптировать, что поменять, что нужно, что ты хочешь, что мешает. И сделать такую жизнь, которую ты хочешь. А где тебе жить, что тебе есть, с кем тебе спать, решишь только ты. Спасибо за внимание, жду тебя на 15 сезоне и в Петербурге в августе. Ссылки в описании ролика. До встречи.